В честь 105-й годовщины со дня образования Заполярной столицы состоялся торжественный прием почетных граждан города-героя Мурманска. Такие встречи в канун праздника – добрая традиция. Власти организуют их в том числе, чтобы услышать предложения со стороны людей, чьи опыт и активная жизненная позиция позволяют беспристрастно оценивать все, что происходит в областном центре. Звание «Почетный гражданин города-героя Мурманска» было учреждено в 1974 году. Оно присваивается тем, кто, проработав в Мурманске не менее 25 лет и внес большой вклад в развитие муниципалитета, чья государственная, политическая, общественная, научная, творческая деятельность получила признание жителей столицы Заполярья.